Певицу Светлану Лободу застали в объятиях незнакомца, передает издание «Супер». С ним женщина общалась и танцевала в ночном клубе в Дубае. Как можно заключить из просочившейся в сеть видеозаписи, этот мужчина – не солист Rammstein Till Lindemann, роман с которым приписывают Лободе. По свидетельствам очевидцев, спутник Лободы – француз. Он активно оказывал ей знаки внимания, пока не добился знакомства.